Эмеральд, вставай! Срочно! Эмеральд! Алло. Съебал спать! Что? Вставай! Во-первых, вставай, погоди, потом все объясню. Погоди, господи, голова аж болит. Ой, сколько времени вообще? Ночь. Но как бы у нас экстренная ситуация, мы не можем тут сидеть. А что за ситуация-то? Ща расскажу. Короче... Давай я хоть присяду, а то как-то, не знаю, разбудил меня, не пойму что. На улице творится хрен пойми что, то есть, видимо, нас хотят убить, понимаешь? Как это хотят убить? Ну, в принципе, я не против. Ну, нас хотят, может, негры убить или не знаю. Так мы же вроде истребили. Какие негры, чувак, там? Там какие-то бандиты, полиция, всех подкупили, все, нас вычислили, нам надо валить. Да ну нафиг. Да. Ладно, что же, тогда нам придется собирать вещи, не знаю, что-то еще делать. Что нам делать? Перчатку, так. Которую мы не доели. Мы так ее и не доели, слушай. Ну ладно, в принципе, да пофиг на эту перчатку, надо просто собирать вещи и валить отсюда. Да, а что это за сундук, кстати, я так и не понял, он что-то такое, его тут вроде не было. Он был, получается. А, был, ну ладно. Так, да. Ладно, я возьму кольт. И все деньги с собой забираем, потому что, в принципе, мы уже не сможем сюда, наверное, вернуться, если мы уже выйдем отсюда. Ага, да, дай мне половинку мани, а то я это, мало ли захочу пожрать. Там. Интересно, а эмунация работает, чтобы там закупиться, а то у меня всего одна обойма. Не знаю, давай посмотрим. Сейчас деньги сложу. Так, аптечки обязательно нужны. Так, боец, давай. Аптечки не есть? Забудь квартиру закрыть. Аптечки есть? Аптечек нет. На, держи, боец. Слышь, что говорю? Не забудь квартиру закрыть. А, это само собой, ты чуть-чуть взял. Хотя, в принципе, стоп. А мы же на чердаке живем точно, тут же нет ключей. Да. Так, все, зажигалку возьму. Ты куришь? Нет. Окей, оставляю. Я не курю. Так. Хотя... Поджечь какого-нибудь неугодного можно, в принципе. Да. Или что-нибудь неугодное. Окей. Нам. Так, нам боец, путь. Нож забыл. Бери. У меня есть нож. Еще один, два не помешают. Пошли. Да ладно, пошли. Хотя, знаешь, отдай мне зажигалку. Вот, в принципе, ладно. Смотри, если мы уж уходим, то пусть никому не достанется. Стоп, это как-то подозрительно. Там света нету, понимаешь? Света нету. Ну-ка, погоди, стой. Куда свет вырубили? Никому не достанется. Пошли. Что-то света нету, я не понимаю. Серьезно? Свет, что ли... А может, это они тут повыбивали все подряд? Офицер? Офицер? Да. Эй! Что? Ой! Что за? Я пошел отсюда! Нафиг! Господи! Черт, бешеный какой-то. Я же говорю, какая-то хрень тут творится. Итак... Да реально какая-то, черт возьми. Черт! Кто это такие? Черт! Что за фигня? Скрывай! Господи! Кто это такие? Что это за люди вообще? Это какие-то... Черт! Черт, они с автоматами, это какие-то террористы, я не знаю. Чувак, у меня закончилась обойма на калаш. Окей, я его убираю. Черт, я не знаю. Фу, нам нужно срочно в эмунацию. Надо валить через черный ход, через окно. Нет, пошли. Аккуратно. Что-то как сыкло. Так как же там... Сколько... Черт. Твою мать. Черт, походу нам реально придется валить через окно. Погоди. Или все-таки нет? Тихо-тихо-тихо, черт! Пошел! Уходи отсюда нафиг! Уйди! И не появляйся здесь никогда больше! Черт! Все, наверх! Валим! Господи! Нет, уходим нафиг! Ждем. Он нас сейчас достанет! Ждем тут! Черт! Живите! Все, я убил одного! Так, Эмиран, уходи! Черт, я чуть не сдох! Срочно! Понимаешь, я еле дышу! У меня кровотечение, по-моему. Черт. Хотя нет, у меня нет кровотечения, господи. Пошли. Так. Мне больно. Жесть. Мы всех убили, я одного гражданского задел. Пошли за мной, срочно, вам у нас. Гражданского? Да. Пошли. Пошли, скорее. Так. Так, давай купим что-нибудь. Бронежилет куплю. Появились новые пушки. Бронежилет. Офигеть. С пулемет. Круто, ну все, теперь будем как... Кальпачино с пулеметом просто расстреливать всех. Все. Так. Закупай просто броник. Я закупил. Ну, поскольку я худой и не сильный, я не куплю себе пулемет, я куплю себе MPX. Окей, бери MPX. А пулемет MPX. Это тема. Слушай, нормальные такие бронежилеты. Погнали. Ну, кстати, да, нормальные такие, да. Так, ну что, пошли. Пошли творить правосудие. Погнали. Мстить этому миру. Так, нам нужно найти, где у нас вертолет. Вертолет? Да, кстати, может он у негров или нет? Негров мы истребили, ждем. Черт, ушел! Уходи! Пошел отсюда, вернусь полицейский. Умер.
Есть. Какие-то дерзкие. Слушай, может, в Макдональдс спалим? То есть зажигалкой еще. Мы уже спали. Йоу, смотри. Что? Походу тут демонтировали все. Окей. Все демонтировали? Ну, неудивительно, знаешь ли. Ой, ладно, пошли отсюда скорее. Пошли отсюда, пошли. Что это за люди? Черт, а, те же самые террористы. Черт, уходите. Уходите от меня, вы меня не заденете. Я одного убил. Чертовы. На выходе были. Чертовы террористы. Так, Эмиральд, стой. Кто они вообще такие? Стоп, смотри, это кто? Это Франклин? Нет, это не Франклин. А ну. Это не Франклин. А где Франклин, кстати? Его убили, что ли? Нет, я думаю, он свалил полюбасу. Хотя, да, он все-таки умный, он свалил, наверное. Смотри, ладно, там еще. Нас ждет жесть. Так, ложись, проползем аккуратно. Так, чтобы не запалили. Не-не-не. Может, расстреляем его? Ложись, все, не запалили. Через... Да он нас 100% заметил. Через сход, блядь. Смотри, там еще. Ты открываешь дверь, я разношу всех. Давай. Расстреляем! И... Пау. Где? Теперь. Сюрприз, мадафака! Есть. Ты мне должен. Я тебя спас. Спасибо тебе. Погнали. Так, а тут что? О, тут еще! Кто там был? Притаился. Пошел! Отсюда! Где? Вали! Вали тут скотину. Давай, отходи я. Сейчас подойди. Снайперка нам пока не нужна, поэтому я ее... О, он через окно сбежал! Держи его! Стоп! Стоп! Ай! Это видео какого-то человека. Он через окно сбежал, погнали. Он через окно сбежал, я видел, погнали. Так, аккуратно. Ладно, пошли. Так. Так, ползком, тихо, чтобы никто не видел. Так, смотри, ты левую дверь, я правую. Вот. Ну, хорошо. Готов? Так, стоп. Дай перезаряжусь. На счет три. Ты левую, я правую, давай. Раз. Понял, да. Два, три. Поехали! Ты живучий, слушай. Стоп, тут телевизор, кажется, был, мы украли. Тут был телевизор, на этом месте стоял. Наверное, угнали. Украли демоны. Дальше. Вот черти, а. Опа. Полицейский. Так. Нос, свободен. Делать вообще не так. Давай, ты левую, я правую. Так. Пошел отсюда, пошел нафиг. Пошел нафиг, скотина. Нет, ты не пошли. Черт. Ай, они рисуют. Смотри. Стоп. Бери алуха. А ну-ка. Четко. Сейчас из него всех расстреляем. О, у него пристрел классный. Четко. Так, тут есть кто? Эй. Эй. Пошел отсюда нафиг! Погоди. Убей его нафиг! У него было М9. М9? Вот М9. Вот М9. Вот М9. Все, пошли дальше. О, прикольно. Тогда я перезаряжусь. Так, ну-ка, давай. Поехали. Кто здесь? Черт, террорист! Валим! Просто убираем его. Черт! Так, я всех убил. Пошли. Так, есть. Врубаем свет, он нам не нужен. Так, Эмиральд, наверху стоит вертолет, я думаю, если его еще не украли. Так что аккуратно стреляй, по нему не попади. Нам нам еще улетать на нем. Давай. Пошли. Да, мы сможем. Давай. Скидывай. Ушел нафиг. Молодец. Все, дай 5. Давай. Есть. Мы сделали это. Смотри, вертолет. Вот да, верть. С них выпала канистра с топливом. Они хотели улететь? Круто. Наверное. Хотя, вряд ли. Какие-то охранники. Они, наверное, хотели просто убить нас. Окей. Смотри-ка. Ну что же, что теперь? Слушай, туманность жесткая, видишь? Господи, ну что сегодня с погодой-то не так? Я не понимаю. Еще. И что, выстрелы погоди. Какие-то? Мы не топили! Кто? Кто? Где? Покажи. Вот он, я... Я не все, видел я абсолютно. Убил. Он на крышу. Я на крышу его скинул, он еще жив. Я думаю, он ногу сломался. И красава, просто красава. Да. Так, ну что? Что теперь? Валим я отсюда? Я думаю, можно куда-нибудь полететь в другое место и там с нашими стволами, не знаю, сделать бизнес какой-нибудь. Типа какой-нибудь тира. О, хоть бы нас не арестовали, просто увидев этот вертолет на радар. Смотри, какой миниган у него жесткий.
Хотя, знаешь, можно улететь на тропические острова и там остаться жить. Построить себе дома или что-то такое. Хотя, нет, это все-таки из области фантастики. Надо валить в город и просто заныкаться и выживать. Просто жить. И жить, как нормальные люди. Ну, ладно. Что же? Если что, этот вертолет подадим. Думаю, сколько он стоит. Да. Ну, нам металлолом сдадим в случае чего. Скажем, что это наш военный. Ага. Все, я сел. Давай, полетели. Полетели.